стёги вот выйдет. Вот эта же штуковина. Да. Угу. Вот ее как соединить? Молча. Вот еще так же, как ты положишь. Сейчас. Ну, мы это вырежем, чтобы мы одинаково с этим. Ну, а что лекала сразу? Оплатилась. На это не вечно. Индивидуально, на каждой же лекала не сделаешь, у каждой своей. Индивидуально лекала. Если массовка, конечно, без проблем. Поэтому... Вот. А теперь смотрите. Вы вырежете, да? Конечно. Тоже, ну, 20... тоже 2 сантиметра. Да, молодцы. Так же легче. Ну, удобно то, что, понимаете, вы одновременно идете. Сейчас нигде тянуть не будет он у вас. И рука точно так же отдельно сделать. А как это все соединить вместе? Ну сейчас. А к я этому что, же идем. А я что вот делаю же сейчас? К этому и идем. Нет, все это. Вот, рука, все, все, все. Сейчас увидишь. За что я по 100 долларов беру? За 2 дня. Курс пи минус нагарный центр. Вот теперь смотри. С этим мисочком. Угу. Хорошо, благонравие. А то мне так жалко, не дарю. Это давно еще. Ну, некоторые моменты я не знаю. Ну, правильно, молодец, что ты кинула. Я поэтому и пришла же. Вполне нормальное явление. Вот это все она рассказывала. Хотя в советское время, нет, ей Гагарина достает. Кунаев какие-то. И вот она все это мне рассказывала. Ну, правда уже. Как она говорит, 70 лет шьет, говорит, шью, как бык нассал. Уже не видит же клиента. Да, это же, это поговорка. Ты чё, говорит, строчку сделала, как бык просал? Я помню, молодая была. Говорит, нормально я говорю, шью. Уважение, партнер, почему рука впереди стоит, сзади стоит? Она на меня всегда ругала. Ты кому шьешь себе? Не на барахолку, шей нормально. Видишь, от бабушки, внучки передалось, да? А моё кому передастся? У меня тоже такое ощущение, что у меня внучка, дочка у меня никак не реагирует.